Гена, я с тобой поеду. Спасибо, Чебурашка. Молодец, старик. Не оставил друга. А ну-ка, подвинься. Крокодил, играй. Медленно минуты уплывают вдаль. Встречи с ними ты уже не жди. И хотя нам прошлого немного жаль, лучшее, конечно, впереди. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Может, мы обидели кого-то зря, календарь закроет этот лист. К новым приключениям спешим, друзья, эй, прибавь-ка ходу, машинист. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Голубой вагон бежит, качается, скорый поезд набирает ход. Но зачем же этот день кончается? Пусть бы он тянулся целый год. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Так, диспетчер, Донецк, 53 километров, слушай. Чего ты мне не отвечаешь? Да что-то такое, взрыв, как видно. Там поезд проехал только что, какой-то взрыв большой был, как будто что-то упало. Проверьте переезд, там, может, что-то найдете. Если что-то найдете, сообщите нам. Хорошо, так. Так, что тут? Я не понял, что тут? Сбили. Я вообще-то ничего не понимаю. Так, это зачем? Что? Так, надо. Так, что такое? Что такое? Скорее. А, помогите, ой, что-то болит. Мне кажется, что это наберет миллион просмотров. Да. Ой, так, что такое? Так, ну да, загорелся от дыма просто, кажется, сбил поезд. А поезд направляется дальше. Так, надо еще сообщить, вдруг еще будут какие-то опасности для переезда. Так, так, как... Так, диспетчер. Да, слушаю. Ну, короче, тут поезд сбил этот тот самый буксир, который хочет
Ну, затормозить этот поезд не получилось, он сбил. Он просто загорелся. Пострадавший есть? Да нет, ну, с водителем могут, какие-то проблемы быть, я не знаю. Ладно, так, ждите дальнейшей информации. Кстати, уже больше поездов не будет из-за этого неуправляемого. Хорошо. А, кстати, а тут еще будут какие-то там опасности для поезда, для переезда? Да, будут. Там после станции Донецка, там есть один большой переезд, там очень, ну там много там поездов, там, вот, они там часто проходят там, и вот. Есть один путь, который будет вести, вести этот поезд, ну, в... в одну станцию, но там мы, ну, мы еще не знаем, куда поведут, в Мариуполь или в Украину. Ладно. О, капец, надо еще вызвать пожарную, что ли, что загорелся поезд, я не знаю, ну что делать, такое? Наверное, это капец. Так. Алло. Все, закрыть переезд. Я говорю, почему закрыть переезд? Кажется, он там вообще. Ладно. Так. Ну ладно, я сейчас буду вызывать пожарных там, скорую, кажется. Ладно, я сейчас лечу. Короче, рассказываю ситуацию. Тут уже пожарные приехали. Вот видите, кстати, не обращайте внимания на такие машины. У нас пока что такие, уже будут скоро обновлены. Так. И вот еще скорая приехала. Та тоже... Фух. А, кстати, а что там... находится пока что с этим грузовым. Вот интересно, что там. Вот дьявол! Просыпайтесь, болваны! Есть там кто-нибудь? Да, в чем дело? Айсберг! Прямо по курсу! Ясно. Айсберг! Прямо по курсу! Давай, лево на борт! Клади руль! Клади руль! Живее! Эй! Полный назад! Есть руль на борт! Сейчас доложу, сэр! Скорей, ну! Живее, живее! Понизить давление пара! Закрыть все вытяжные заслонки! Закрыть! Достаточно! Так держать! Быстро! Поставить машину